такая буква В, букву В такую рисуем, и тем, и таким образом мы вроде как лучше уворачиваемся. Только надо это немножко более убыстряющейся частотой делать. Ой, у меня нарушилась конституция. Это что? Что было за говно такое? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Это фанатская игра по Undertale, которая называется The Temmie Challenge. Челленджи от Temmie, испытания от Temmie. И, наверное, первым испытанием будет изгнать сатану из нашего Temmie, потому что что-то рвется. Я прям вижу, как что-то рвется из него наружу. Ну что, ладно, давайте шутки в сторону. Уровень 1. Так, уровень 1, уровень 2, уровень 3. Ну, начнем с первого, естественно. Итак, что же за испытание? А, испытание, я так понял. А как атаковать? Вот, я так спрошу, подождите. Я хочу мороженку взять, или кексик, или что это такое. Непонятно. Так, берем и пополняем здоровье и уворачиваемся туда-сюда, туда-сюда. А, то смотрите, видите, обратный отсчет. Огромные, блин, секунды справа находятся, блин. Я их не замечаю. Они прям огромные, они больше, чем этот экран почти. Ну так вот, нам нужно протянуть, я так понимаю, нам нужно выжить, да? Тариэль заблевывает нас всяким огненным говном. Temmie, бочка Temmie почти активирована. А что это такое вообще? Это поможет мне или это наоборот очень плохо все будет? То есть я как бы не... Вот черт, а! Подождите, я хочу звезду поймать и посмотреть, что-то будет мне от этого или... Вот, блин, да, мороженку мне срочно! 7, 6, 5, 4, подождите, сейчас дотянем, не дотянем, 2, 1! Ну, нет! Да как это там одна секунда оставалась? Я такого... Это реально, знаете, вот... А в голливудских фильмах всегда все в последнюю секунду успевает. Я же, наоборот, в последнюю секунду обосрался. Ну как это? Пресс-центр, блин, а? Ну, тугораздило. Давайте еще раз пробовать, смотрите. Я заметил, что с тех пор, как эти сраные звездочки появились, стало сложнее. То есть, наверное, они не лечат. Они тоже убивают нас. Давайте, так, туда-сюда, смотрите. Всего минута. Всего минута протянуть. Уже я протянул, смотрите, от этой минуты уже 15 секунд, блин. Кстати, а там вообще думает активироваться это говно? А, во, пошло, поехало, помаленечку процесс идет. Оставляю мороженку, или что бы это ни было, по-моему, это мороженое, мне так кажется. Я его оставляю на будущее. Полминуты. Почти активировано. Вот сейчас начнется самая жесть. Так, внимательно, ой, осторожно. Я начинаю волноваться и ошибаться, и напарываться на огненное говно. Давай, давай жги свои звездочки сраные. Ну же, я жду, вот, отлично, все. Так, а теперь вот, после того, как это все началось, мы стараемся... Так, ловим! Ловим мороженку. 10 секунд! Ну, ребят, ну 10 секунд. Вот сейчас я уже точно выиграю, смотрите. Мне реально хорошо сейчас получается. 4, 3, 2, 1... Все, выполнено. Итак, мне кто-то скажет, что я молодец, клевый чувак там, не знаю. Ну ладно, давайте, уровень 2. Хорошо, играем в уровень 2. А, стоп, ну почему так сразу? Дайте хоть секунду на размышление. Так, Папайрус издевается надо мной, я должен проходить сквозь эти бортики, все понятно, да? И где мороженка? Мне уже надо лечиться, блин. Осталось 45 секунд, а у меня уже здоровье там половина. Ровно половина, реально, смотрите. Так, смотрите, так, мороженку взял, ай-яй-яй. А что там, с двух сторон, что ли, активе? О, не пройдем, ребята, не пройдем. Смотрите, с трех, там еще наверху одна. Я просто ее не вижу, потому что я стараюсь изо всех дел. Итак, бочечки Temmie почти активированы. Ну что, 20 секунд надо будет продержаться. 20 секунд. Вправо-влево надо будет как-то всячески вот так вот, да? Ну, они, по крайней мере, в одном направлении фигарят. Хорошо, я понял. Смотрите, теперь будет проще. Итак, уровень 2. Я должен встать вот здесь. Во, вот так, да, правильно. Смотрите, вот так вот я должен встать. Меня ничто не задевает. Вообще ничто не задевает, кстати. Я так долгое время стоял и все мимо пролетал. Ну ладно, мороженку. Вот единственное только, за мороженкой, когда буду отправляться, будет опасность. Но сейчас ее нету, поэтому давайте так. Вверх, вниз. Бери, жри, зараза, пока время есть. Пока у нас еще есть возможность. Сейчас же активируется это говно, и все, и возможности не будет. Итак, 20 секунд. Давай, фигачьте звездочки, чтобы я видел, правильно я встал. Да я точно правильно встал, я вижу, что я, в принципе, правильно встал. Так, 17. Ой-ой-ой, оно отвлекает. Оно реально отвлекает как-то, вы знаете, я стал хуже, по-моему, уворачиваться после этого дерьма. Так, что, 10 секунд.
10 секунд, я должен суметь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, ну оно класс. Оно еще, видите, как классно пошло. Все прям сквозь меня. Замечательно. Везде было свободное пространство. Уровень 3. Посмотрим, как у нас здесь. Ага, посерединке, да? Подождите, хорошо, оно посерединке. А что так быстро они идут? Андайн, имей совесть, не так же быстро. Как я должен успевать? И смотрите, двигаться я не могу, я... Как я должен буду успевать уворачиваться от Тэмми Кэнон этих? Тоже вот интересный вопрос. Я не понимаю, как это будет выглядеть. Вот сейчас, смотри, сейчас нападает это говно. Ну я жду! И пополнить здоровье же не дают, а? Так, почти активирована эта срань. И что? Так, смотрите, 2 из 20, боже мой. Я даже не дожил до этого момента. Так, ну это какая-то... Блин, у тебя нет совести. Злобная ты рыбина. Вообще нет совести никакой. Вот это жесть, ребята. Вот то, что сейчас происходит, это будет жесть. С тем мы справились более-менее легко. Ну там, да, там Триэль и Папайрус. Триэль и Папайрус это, ребята, такие, знаете, они... Не то чтобы, не особо жестоки. Так и было в оригинальном Undertale, с ними было проще всегда. Но вот я помню, что с Undyne начался кромешный ад. Для меня, во всяком случае. Я Undyne с трудом проходил, на геноциде там особенно. Поэтому, что я могу сказать? Сейчас повторить все это дело, но я, по крайней мере, сейчас доживу до Тэмми, для Тэммивских ударов, скорее всего. Надо все время, знаете что, какая тактика? Все время внизу держать, потому что снизу очень короткое расстояние. Мы все время внизу держим. О, класс, мороженка появилась. Хорошо. Так, то говно не стреляет, кстати. Оно не стреляет, просто стало больше стрел. Ну тогда ясно, тогда еще проживем, тогда еще протерпим. 2-1, отлично, ура. Есть, нет, это намного проще, чем я думал. Я думал, сейчас опять, знаете, звездочки полетят и жопа. Так, ну давай, уровень 4, поехали. Что у нас на 4 уровне? Стрелять я могу? Наверное, могу. Подождите, а что я? Я забыл как. Наверное, Enter надо нажимать, да? Сейчас я буду... Ну, Enter буду пробовать нажимать, да? Да нифига не работает. Подождите. Па-п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 а. Так. Какого хрена? Как стрелять? Я забыл уже. Z. Вот, Z. Все. Я нашел. На Z стрелять. На Z стрелять. Подайте мне. Да дайте вы мне, блин, изверги эдакие. Хоть немножечко пожрать. Какого-нибудь, я не знаю, гамбургера, чизбургера, крабсбургера. Мороженку тоже подойдет, в принципе. Главное здоровье пополнить. Так, отстреливаем, смотрите, отстреливаем говнюков, отстреливаем. Челлендж может быть пройден на данном этапе, смотрите. У меня осталось пол здоровья, но я все равно хорошо иду. Правда, еще, блин, целых 40 секунд, мать его, 40 с лишним. Но ничего, давайте, вот так вот, прям без остановки палим по полной. За ВДВ, я не знаю, за метатона. Не, против метатона, за Тэмми. Да не, против Тэмми, Тэмми тоже сволочь, тоже он нам устраивает сладкую жизнь. Ладно, все. Давайте уже заканчивайте с этим говном. Кстати, я тут обратил внимание, что этой Тэмми Кэнон-то и нету. Ничто не... Почти. Тебя уделали, говорит Санс. Ну, я даже не сомневаюсь, что 5 уровень будет Санс. Я даже не сомневаюсь, я в этом абсолютно уверен. Почему вот это говно сбоку? Не надо сбоку ничего. Должно быть не сбоку, а все спереди. Чтобы я мог расстреливать. Так, смотрите. Теперь может получиться лучше. Я просто так, вправо-влево и стреляю. И мороженое появилось, смотрите. Мороженое пока не трогаю. Мороженое исчезло, блин, а чё оно? А, не исчезло, оно просто... Его просто не видно было вроде бы. Так, ладно. Или оно исчезло, знаете, потому что я все смотрю за этими, за метатонами летающими, как бы. Мне же не до мороженого. За мороженым следить не успеваю. 29, 28, 27, 26, зараза, 20. Блин, да чтоб тебя, 15, 14, но я уже не могу просрать, дайте хилочку одну, звери вы, метатон, изверг, ты этакий, 7, 6, 5, сейчас опять будет как в прошлый раз, одна сраная секунда, есть, фу, итак, кто ж там будет? А, Асгор, вы посмотрите. Не, ну это неожиданно. Чё? Блин, я чё должен тут раздумывать над тем, что там желтое, что там синее? Просто буду от всего ворачиваться и насрать. 8 из 20.
47, 46, 45. Ой, дела плохи, ребята, дела плохи, дела очень и очень, очень нехорошо идут. 2 из 20, блин, все, распидорасил меня Асгор. Ну давай, да блин, вот зачем вот этой мышкой вот надо вот так делать, чтобы я вот туда вот постоянно лез. Так, еще раз, так. Так, смотрите, пока легко, пока легко, пока легко, справляемся. Я буду стараться, я буду сейчас реально стараться вот следить за своим курсорчиком. И за тем, на что он натыкается или имеет возможность наткнуться. Так, уворачиваемся от белого, уворачиваемся от всего. Я не знаю, я, конечно, понимаю, что через синее можно и постоять на месте, но я не хочу рисковать. Потому что я могу, знаете, затупить. Блин, ничего себе он раздалбывает. Он прям очень жестко. Мне даже кажется, что он больше одной жизни за раз отнимает. 18. 16, по 2! Смотрите, да, реально, оно по 2 идет. Ну, давай уже, убивай меня. Я просто проверил, удостоверился. Так, ну что, уровень 5. Хорошо, давайте идти вот так пробовать. Может, так проще будет. Вот так вот, знаете. Сюда, 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 сюда. А что, нормально получается, смотрите. Такая буква В, букву В такую рисуем. И, в принципе, получается большая амплитуда в стороны и вперед. Как бы сказать, на север, восток и запад. И тем и таким образом мы вроде как лучше уворачиваемся. Ну, как мне кажется. Только надо это немножко с более убыстряющейся частотой делать. Ой, у меня нарушилась конституция. Это что? Что было за говно такое? Так, а ну. Еще раз, подождите. И как тогда? Я не успел рассмотреть, в каком направлении. Я видел, что слева направо и справа налево, но как именно? Что там желтое, что там белое, что там синее? Я не успел это рассмотреть. И, в общем-то, это не важно, потому что меня сейчас отпидорит, блин, по полной программе. Король Асгор, мать его. А если в стороны, то я как-то вот, видите, как-то в стороны не получается. Буквой В получается как-то лучше. Ну, еще раз пробуем. Еще раз, блин, пробуем. Может оставить на какую-нибудь будущую серию эти челленджи, потому что я ж тут посидею, блин, пока это все пройду. Ну, не знаю, пока еще сдаваться не будем, еще чуть-чуть времени есть у нас. Ай-яй-яй-яй, так, ай-яй-яй-яй-яй. Ох, часто вы будете слышать, ребята, фразу ай-яй-яй-яй. Оп-оп, вот, блин, твою мать, Асгор говнюк. Я думаю, что к этой фразе мы придем еще через 10 минут или час моего страдания, я уж не знаю, как получится. Так, смотрите, вот тут вот, посерединке, значит. Буду посерединке. Вот, идти. Так. Ай-яй-яй-яй. 20. Там еще полминуты оставалось, блин. Так, смотрите. Значит так, за долгие и долгие минуты тренировок я достиг ровным счетом ни хрена. Знаете почему? Потому что, ну, обратите внимание. Давайте сейчас начнем заново. Я вам покажу просто кое-что. Значит так. Представьте себе, что прошло 30 секунд. Спустя 30 секунд вот отсюда и отсюда начинают херачить такие же вот точно огненные куски говна, только они сплошным потоком, да? Ну, вы видели. Это означает, что я должен буду 30 секунд вот здесь вот протянуть. Вот здесь вот уворачиваться, вот на этой траектории от вот этого дерьма. Как это, блин, сделать? Это просто невозможно. Вы понимаете, что это просто, блин, я не понимаю, как это сделать. Смотрите, вот я вам сейчас покажу, как у меня это получается. Так, сейчас, секунду, давайте, вот. Так, вот, вроде бы казалось бы нормально пока, да? Ну, он их очень хаотично разбрасывает. Понимаете, тут нету какой-то... вот нету такого, что он раз-три выбросил, подождал секунду. Раз-три выбросил, подождал секунду. Он выбрасывает их как ему угодно, блин. Понимаете, он может раз-три выбросить подряд. Вот смотрите сами. Нету точной... Вот видите, он выбросил больше за секунду, чем обычно. Тут он тоже вот выбрасывает больше. Кстати... Я только сейчас обратил внимание, что он выбрасывает их из своего асгоровского члена. Это выглядит не очень как-то при... Чё ты... Получается, что он меня задрачивает в буквальном смысле этого слова. Асгор, перестань. В общем так, пошел ты нахрен, Асгор. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Галерея. Картинки какие-то. Двойные битвы, мини-боссы, атаки. Что за атаки, например? Атаки. Также проверим двойные битвы. Мини-боссы. О! Один мини-босс, Флавы. Еще лучше. Вот это было просто... Погодите, ну-ка, сейчас подождите. Давайте попробуем. Мини-боссы с Флавы. Так, сейчас. И куда мне надо сваливать? Ага, вот так вот, да? А, ну это смотрите. Это уже как-то попроще. Просто вправо-влево как бы. Он же тупой. Он одновременно все семена бросает в одну точку. Но зато продержаться надо дольше. То есть тут чисто, знаете, на выдержку такую.
Не, ну я не знаю, ребят, я так могу продержаться хоть час, на самом деле, то есть это... Вот такие бы все мы были. Вот это вот проходить легко, это я понимаю. Еще, смотрите, еще и мороженку мне прямо на проходе. На случай, если я вдруг поранюсь немножко, да? 86, 85, 84... Да не, наверное, что-то произойдет в дальнейшем, я чувствую. Наверное, это сейчас легко, а сейчас вот останется там минута, да, 60 секунд. И какое-то говно как наступит, и ох, мне будет весело, да? Так, 70, 69... Что-то Флау хитро сильно лыбится. Он как будто что-то задумал. Как будто он что-то подготовил. А, говнюк, ты что-то подготовил, да? Я прям вижу, что ты что-то подготовил. Вот что ты подготовил. А, блин, что это со мной случилось? Я что-то утратил сноровочку. 15 зато сразу, вы видите? Да мороженое возьми. Ты почему мороженое-то не берешь? Что-то я не понял. Почему он не пополняет здоровье? Зачем всралось это мороженое, если оно не пополняет здоровье? Че оно лежит тогда? Я это не совсем понимаю. 42, 41. 40, уже 40 секунд осталось, офигеть. 40 секунд осталось, а мороженое он по-прежнему не жрет. У нас душа слишком гордая, чтобы жрать мороженое, по-видимому. Тут, понимаете, да, тут легко как бы, но если тебя хотя бы один раз они все заденут, то это все, это конец сразу. То есть, грубо говоря, тебе снова там 2 минуты, я не знаю, или ну, в моем случае сотню секунд снова нужно будет ждать. Так, ну что, протягиваем пока что 15, то есть ничего не поменяется, я так говорю, так и будет легко. Было легко и будет легко. Такое вот расслабляющее завершение серии. Ну, правильно, после жопоразрывающего Асгора, почему бы и нет. 5, 4, 3, 2, 1 и 0. 0 минус... Как это понимать? Подожди, и до какого этапа мы так пойдем? Минус 10, минус 11. Сволочь ты, Флава, я знал, что что-то тут нечисто. Я знал, что так просто все не будет. Так что, надо минус 120 набить или что? Сколько? Я не понимаю, подожди. Флавы, что ты хочешь? Какова твоя цель, Флавы? Объясни мне. Ну что, я дошел до минус 120. Давайте посмотрим, что нам скажет игра после этого. Ничего! Она идет дальше. Ну ладно, все, давайте заканчиваем с этим. Убивай меня. Я понимаю, ну, может быть, там надо набить минус 666, и тогда, я не знаю, из Тэмми так и наконец вырвется сатана, потому что он рвется тут вовсю просто. Ну, я уже не буду. Я уже не буду. Че, посмотрели мы эти челленджи. Прикольно было, мне, в принципе, понравилось. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее, открывайте ссылки на видео и плейлисты, что видите прямо перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться. Если не трудно, нажимайте рассказывать друзьям. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.